Внимание! Впервые «Народные деньги» объявляет акцию «10 на 10 за 10». Переплата всего 1 рубль в день. «Народные деньги». Такого еще не было. В Туве начинаются весенне-полевые работы. В настоящее время посев зерновых культур завершили хозяйства центральных районов. Это Тандынского, Пихемского, Чахольского и Дзунхимчского. По состоянию на 21 мая посеяно более 6 тысяч гектаров зерновых культур. Такие данные приводит Министерство сельского хозяйства и продовольствия республики. Тем не менее, с учетом погодных условий, массово весенне-полевые работы стартуют в республике с 25 мая. Сроки сева сельхозкультур зависят от температуры и влажности почвы, также от зоны расположения посевов. В этом году, в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Тувы, Минсельхозпрод обозначил плановые показатели урожая в размере 6 тысяч тонн зерна, более 30 тысяч тонн картофеля и около 3,5 тысяч тонн овощей. Для достижения данных показателей яровой сев будет произведен на площади в 31 тысячу га. Зерновым культурам отведено почти 6,5 тысяч, кормовым культурам более 20. Картофель и овощные культуры будут посажены на площади около 3,5 тысяч га. В целях качественного орошения посевных площадей идет очистка оросительных каналов протяженностью более 700 километров. Всего полито более 4,5 тысяч гектаров орошаемых земель. Отмечается, что во всех системах вода запущена, уровень воды в норме. Сев зерновых культур в Байтагинском, Дзунхимчиском, Кахемском, Пихемском и Судхольском районах будут проведены за счет собственных семян сельхозтоваропроизводителей. Государственная поддержка доводится хозяйствам после заключения соглашения, где будут установлены такие индикативные показатели, как площадь посева и объем валового сбора зерна, а также условия сохранения семян под посев следующего года. Накануне в торгово-промышленной палате Тувы прошла презентация первого в республике каталога «Сделано в Туве». Брошюра с продукцией и услугами, оказываемых предпринимателями республики, подготовлена к неделе предпринимательства, которая в этом году совпадает с проведением ТВ-экспо и днями Уфсаймака Монголии в Туве. Первый выпуск так называемого потребительского путеводителя вышел и в электронном варианте. Основная цель проекта – это поддержка местных товаропроизводителей, продвижение их продукции на рынке республики Тува и за ее пределы, а также развитие реального сектора экономики. Ну, вообще проект, то есть он реализуется уже в течение полугода. По сути, с самого начала года начата работа над составлением каталога местных товаропроизводителей. Вообще проект «Сделано в Туве» – это проект торгово-промышленной палаты Республики Тува. И он осуществляется при поддержке торгово-промышленной палаты России и Минэкономики Республики Тува. Мы решили создать каталог, чтобы знать, кто чем занимается, и чтобы местные товаропроизводители могли найти своего потребителя через этот журнал выставочный и также через сайт madeintuva.ru. Этот журнал, он не продается, это бесплатный, распространяется на выставках, также в торгово-промышленной палате можно взять его и в инфраструктуре поддержки, которая также находится в торговый дом «Нарзин», второй этаж, в любом из ведомств, и можно получить этот каталог. Каталог вобрал в себя товары и услуги около 100 предпринимателей со всех уголков Тувы. Тираж составил более 900 экземпляров. Как отметил Владимир Журавлев, издание брошюры в первую очередь даст возможность для представителей малого бизнеса повысить социальную ответственность и культуру в сфере торговли и услуг. Также каталог товаропроизводителей – это снижение импорта зависимости, борьба с контрафактной и нелегальной продукцией. Да, мы планируем на выставке ТВ-экспо начать уже прием заявок на второй выпуск каталога. Я думаю, что к следующему проведению выставки мы соберем уже второй. То есть те, кто не попали в первый или кто хотел бы повториться в другом ключе, потому что много предприятий, у них деятельность разноплановая, и они показывают пока только одну свою сторону, а может быть захотели бы вторую сторону. Поэтому мы начинаем, на ТВ-экспо, мы презентуем этот проект, будем выставляться там также, как торгово-промышленная палата, и планируем массированно начать уже работу над вторым выпуском.
На этом работы по сбору информации о представителях малого и среднего бизнеса Тувы не заканчивается. Региональная торгово-промышленная палата планирует к старту выставки ярмарки «Тыва-экспо-2018 осень» выпустить второй каталог «Сделано в Туве». Стоит отметить, что брошюра будет распространена не только в республике и в Сибири, но и в Монголии и Китае. Уже скоро жильцы многоэтажек получат новые платежки ЖКХ. Это следует из приказа Минстроя России, который начнет действовать с 26 мая. Об этом сообщает «Российская газета». Ранее обновленный бланк платежного документа зарегистрировал Минюст. При этом предыдущая форма квитанции, утвержденная в 2014 году, утрачивает силу. В новой платежке, первый раз которой россияне смогут подержать в руках в июне, намного больше информации, чем в прежней. В отдельном столбце указан расчет платы за коммунальные ресурсы на содержание общего имущества. Также отдельно прописаны сведения о штрафах исполнителя услуги, то есть управляющей компании или ТСЖ. Размер повышения платы, рассчитанный с применением повышающего коэффициента, и размер долга. Помимо этого, в документ Минстрой добавил два дополнительных поля для идентификаторов, сформированных в ГИС ЖКХ. Это идентификатор платежного документа и единого лицевого счета. В Минстрое России пояснили, что новая форма платежного документа была разработана в связи с переносом расходов на коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, из состава платы за коммунальные услуги в плату за содержание. В Туве создаются охотничьи хозяйства, которые будут предоставлять услуги в области охотничьи-рыболовного туризма. На первом этапе до 2019 года Госкомохотнадзором республики запланировано создание 6 охотничьих хозяйств. До 2025 года их численность, как ожидается, вырастет до 15. Всего же в республике должно быть сформировано не менее 20 таких хозяйств различного профиля. В результате проведенных аукционов заключены соглашения с 3 хозяйствами. 2 из них на территории Пихемского района, 1 на территории Кахемского. Таким образом, в республике появились 3 официальных охотпользователя, которые в скором времени будут предоставлять качественные услуги в сфере охотничьи-рыболовного туризма. Как сообщает Госкомохотнадзор республики, в настоящее время охотхозяйствами создается соответствующая инфраструктура для оказания туристических услуг. Продажа туров начнется в осенне-зимний период охоты с октября этого года. Компания «Российские железные дороги» объявили о продаже билетов на ряд поездов дальнего следования со скидками до 90%. Отправиться в поездку на поезде дальнего следования с большой скидкой можно будет с 21 по 7 июня текущего года. На места в плацкартных вагонах билет станет дешевле на 90%, а на верхние полки в купе на 70%. Билеты уже поступили в продажу. Приобрести их со скидкой можно до 25 мая. Продаются они в рамках недели подарков, которая приурочена к началу летних школьных каникул. В акции участвуют следующие города. Это Москва, Санкт-Петербург, Брянск, Новосибирск, Омск, Астрахань, Липецк, Львов и Йошкар-Ола. Подробности можно уточнить на сайте РЖД или в железнодорожных кассах дальнего следования. Гор, магия трав, выносливость морала. Теперь в одном флаконе. Новинка «Пантовый бальзам Субидей» с уникальным набором витаминов, коллагеном и экстрактами редких тувинских трав. Зарядись энергией. Травы Тувы. Чультум 44. Напротив торгового дома «Алексеевский». Еженедельная газета «Тува ТВ» – это всегда свежая и актуальная информация. Программа передач на неделю, тибетские и астрологические гороскопы, множество рубрик на различные темы, все для досуга и развлечений. И огромное количество объявлений. Рынок республики в еженедельнике «Тува ТВ». Если объявление, то «Тува ТВ».
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования республики и филиал Росгострахмедицина сегодня провел для жителей Тувы день открытых дверей. Мероприятие прошло в целях повышения уровня информированности и правовой грамотности застрахованных лиц по вопросам обязательного медицинского страхования. В рамках мероприятия у жителей и гостей столицы появилась возможность получить консультацию о своих правах в системе обязательного медицинского страхования, в том числе о порядке получения бесплатной медицинской помощи по полису ОМС. Обращаются как бы все посетители республиканской больницы номер один по различным вопросам, касаемым обязательного медицинского страхования. На данный момент проведено около 50 консультаций по различным вопросам получения медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, в том числе по оформлению страховых медицинских полисов ОМС. Улыбки на лицах выпускников сменяют слезы радости, ведь сегодня для них прозвенел последний звонок. В этот день шагнули во взрослую жизнь выпускники 9 классов Республиканской школы искусств. В нелегкий путь по традиции их провожают родители и учителя. С напутственными словами выступил министр культуры Тувы Алдар Тамдын и пожелал ребятам сил, терпения и удачи. Вот и наступил такой долгожданный, торжественный момент. Момент последнего звонка, которого вы так долго ждали, трудились, учились, познавали искусство, все, что есть самое яркое в течение этих годов, этого последнего учебного года, вы научились очень многому. И вы выбрали на самом деле действительно очень яркую профессию работника культуры, искусства. И вы есть наше будущее, вы есть наши будущие заслуженные артисты, народные артисты, словом, наши знаменитости. На торжественной линейке Алдар Тамдын вручил учителям образовательного учреждения памятные медали «Столетие единения России и Тувы». Почетной юбилейной медалью во знаменование столетия единения России и Тувы и столетия основания города Кызыла Нину Кыргызовну Мангуш, старшего методиста школы. На этом сюрпризы не закончились. Для всех выпускников ученики младших классов подготовили символические подарки. И, конечно же, выступления первоклашек, которые напомнили уже юношам и девушкам о первом учебном дне в стенах родной школы. Выпускники со сцены поблагодарили своих учителей и наставников и рассказали о самых ярких днях, проведенных в стенах школы. Мы были малышами, а сегодня мы уже выпускники. Позади наше счастливое детство, первые шаги в мире искусства. Лучшей наградой и благодарностью для наших преподавателей, педагогов, воспитателей станут наши успехи, наши достижения и дальнейшая учеба по избранной специальности. Последний звонок прозвенел, впереди итоговые экзамены, а пока последний урок и традиционный вальс выпускников. Универсам номер 19 по адресу Ровенская, 8 подготовил для жителей Тувы розыгрыш холодильника марки «Бирюса». Для участия вам нужно купить продукты на 600 рублей, и вы получаете карту с номером, которая позволяет вам участвовать в розыгрыше. Не забывайте, чем больше карточек, тем больше шанс получить приз. Розыгрыш нового холодильника марки «Бирюса» состоится 27 мая в 15 часов по адресу Ровенская, 8 в универсаме номер 19.
На 600 рублей вы можете приобрести много чего. Если вы бережливая хозяйка, то приходите в «Универсам» номер 19 по адресу Ровенская, 8. Еще и поучаствуйте в розыгрыше. Мы продолжаем удивлять своих клиентов. Возьми за и выиграй путевку в лето. Отличные наличные. С заботой о клиентах. Мы продолжаем удивлять своих клиентов. Возьми за и выиграй путевку в лето. Отличные наличные. С заботой о клиентах.